Биркюн приветствует вас. И мы продолжаем знакомить вас с участниками конкурса «Биркюн под одним солнцем». В течение месяца самые яркие представители своих регионов дарят нам свое творчество. Ведь именно всем им посчастливилось заниматься самым прекрасным на земле – музыкой. Ну а сегодня третью конкурсную песню представит следующая пятерка участников. Республика Алтай. Чукотский автономный округ. Удмуртская республика. Республика Татарстан. И Республика Башкортостан. Участник под номером 5. Мерген Тельденов. Хотелось бы отметить, Коля, что Мерген является, да, лидером СМС-голосования прошлой недели. Также Мерген является художественным руководителем оркестра национальных инструментов «Элу Кай». Он очень много делает для развития национального горлового пения «Кай». Из-за этого очень любят и уважают на родине. Его следующая песня о любви к своей родной земле. И действительно, Алтай поражает яркостью красок, разнообразием звуков и ароматов и неповторимым рельефом и необычным климатом. Смотрим и голосуем. Мерген Тельденов, Республика Алтай.
Дорогие друзья, вы можете поддержать Мергена Тильденова из Республики Алтай, отправив слово «шоу пробел 5» на короткий номер 5577. Коля, а ты знаешь, что первыми нашу конкурсную программу посмотрели жители Чукотки, и они сразу же стали голосовать за своего участника? Анна Гыргольгергана из Чукотки является руководителем песенно-танцевального ансамбля «Энмен». Сегодня она исполнит песню «Гонщика». Это произведение о том, как оленевод, покоряя просторы тундры, подгоняет своих пряговых, весело поет «Чо-чо-чо, че-че-че». Эта композиция, правда, не свойственна чукотскому исполнению, но именно это завоевывает сердца слушателей. Участница под номером 6. Анна Гыргольгергана, Чукотский автономный округ. Дорогие зрители, если вам понравилось выступление Анны Гыргольгергуной из Чукотки, вы можете отправить слово «шоу пробел 6» на короткий номер 5577. Ну а мы приветствуем следующего участника. И это Иван Белослуцев, представитель Удмуртской республики. Коля, а ты знаешь, сколько Ивану лет? Сколько лет ему я не знаю, но я точно знаю, что он один из самых молодых участников Биркюн. Все верно, ему всего лишь 23 года. Но несмотря на свой юный возраст, он уже достиг многого. А первые шаги в мире музыки Иван сделал в возрасте 3-4 лет. Тогда он был задействован в некой сценке и случайно упал со сцены. И именно этот момент Иван считает своим стартом музыкальной карьеры.
На сегодняшний день Иван работает в Удмуртской государственной филармонии в ансамбле «Веселый вечер» и также активно занимается сольной карьерой. Свою третью конкурсную песню Иван исполнит о тайном мире, который придумали друг другу любящие сердца. Только когда они вместе, они могут видеть те вещи, которые не видны другим людям. Смотрим и голосуем. Для того, чтобы поддержать Ивана Белослуцева из Удмуртии, вам необходимо отправить смс со словом «шоу пробел 7» на короткий номер 5577.
Ну а следующий артист – Айдар Сулейман, представитель Республики Татарстан. Он является одним из самых титулованных участников конкурса «Биркюн». Айдар занимает активную гражданскую позицию и в людях ценит верность делу, честность, порядочность и творческое мышление. На прошлой неделе Айдар исполнил песню про девушку по имени Рейхан. А сегодня он исполняет следующую музыкальную композицию, которая называется «Синий туман». Она считается одной из самых любимых песен татарского народа и переведена она на многие языки мира. Давайте насладимся. Участник под номером 8 Айдар Сулейман. Gözlerim tanmine nurlar kimi zaman nursuz pallaklık Şarlarımda sizler ey süklüm sinin Esin minel ışın el hamam Zengar tamam Senin hissin zengar tamam Zengar tamam Hey emeklik bilgisizlik Tizrek aşık Tizrek aşık Tizrek ızgar Boyaz gün bul Tizrek yok Darab gitsin yüreğimi Şangallara Yok aşıksa Тизрек, кузлерме минем, сузлерме кайцам, 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 нурлар тизрек. Синин ишин яши, бар синин ишин, сиген ярым, сиген ярым. Иркем минем Bye.
Поддержите Айдара Сулеймана из Татарстана, отправив слово «шоу» пробел 8 на номер 5577. А следующая участница – прекрасная, очаровательная Альфия Нигматуллина, представительница Республики Башкортостан. Она сегодня исполнит свою следующую конкурсную песню под названием «Сказание». О словах этой песни написала мама Альфии Венера Нигматуллина. И именно с этой музыкальной композиции Альфия попала в тройку самых лучших исполнителей Азии в 2014 году. Давайте же посмотрим. Если вам понравилось выступление Альфии Нигматуллиной, смело отправляйте смс-сообщение на короткий номер 5577. Укажите слово «шоу» пробел 9. Ну что ж, дорогие друзья, и на этом наш очередной эфир подходит к концу. Коля, а ты согласен, что именно музыка – это единственный всемирный язык? Его не нужно переводить. На нем душа говорит с душою. Да, конечно, я полностью с этим согласен. И первый межрегиональный конкурс «Биркюн» есть яркое тому подтверждение. Ну а мы с вами не прощаемся, мы увидимся с вами завтра. Пока-пока! Участник под номером 1 – Сайдаш Мангуш, Республика Тыва. Участник под номером 2 – Дулма Сунрапова, Республика Бурятия. Участник под номером 3 – Вероника Финеслу, Чувашская Республика. Участник под номером 4 – Гюзель Муратова, Республика Крым. Участник под номером 5 – Мерген Тильденов, Республика Алтай. Участник под номером 6 – Анна Гырголь-Гыргына, Чукотский автономный округ. Участник под номером 7 – Иван Белослуцев, Удмуртская Республика. Участник под номером 8 – Айдар Сулейман, Республика Татарстан. Участник под номером 9 – Альфия Нигматуллина, Республика Башкортостан. Участник под номером 10 – Екатерина Салендер, Ямало-Ненецкий автономный округ.
Участник под номером 11 Айсен Амосов, Республика Саха-Якутия.